Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Саша. Сегодня в этом ролике я вам покажу взорванную квартиру в полузаброшенном доме. Подъезд слева, там есть кто живет, а вот в этом нет, потому что из-за взрыва произошло. Давайте зайдем в дом. Вот такой подъезд. Вот, сами видите, что тут произошло. В 2008 году здесь взорвался газовый баллон. Здесь было, ну как сказать, здесь проживали большой цыганский табор. И так как они были заморашками, так сказать, в этой квартире, у них круглосуточно горел газ. И взорвалась квартира. Все поумирали. Ну, давайте посмотрим тут. Стены сломанные, потолки сломанные, сломанные окна, все стены тут, все поломано. Тут комната еще была, вот окно еще сломанное, окно валяется тут, все взорванное, разрушенное, и тут все то же самое. В принципе, большая вонь в этой квартире, вот из-за этого теперь не живут. Ну, вот такой вот дом. Ну, это все. Всем пока.